что так. Что там, сервер подсоединяется? Да, много уже. 84 уже. Миллион людей. Мы только начали. О, птички есть. Вон там. Птички, давай сюда телефончик. Ну вот, в общем, мы сейчас идем в аптеку. Да, я это уже говорила. У нас прохладно, да. Чуть-чуть. Сегодня уже у нас потеплее. Потеплело. Как бы, ну мы все равно одеваемся тепло, чтобы нас не продуло, чтобы мы не заболели. Решили прогулочку сделать, потому что прогулочка обязательно нужно каждый день гулять, чтобы быть здоровыми. Вот. Насколько градусов, честно, я не знаю. У нас вчера было вообще 25, вчера было тепло. Да. Вот. А 25 это бывает холодно. Спрашивают, как попасть на дом 2. На дом 2 попасть очень просто. Просто идите на кастинг и попадайте. И просто попадайте на дом 2. Так. Мама Лиза. Лиза, где твоя мама? Мама в Дубай уже прилетела? Да. Мама уже прилетела. Она тоже работает. Да. Они живут в Дубае. Мама Лизочку привезла. Они прилетели на самолете. Через... Когда закончится этот месяц. И пока-пока всем. Все, пока-пока. Мы хотят всех отдали, да. Да, это так грустно. Чуви отдали. Марусю отдали. Последнего я не знаю, как его зовут. Не краси, какая собачка красивая. Уби. Покажи мне. Какая она милая. Да вот она. Вон она сзади. Ой, какая хорошая. Мы тоже, конечно, хотели собачку, но... Да, только папа не любит ее. Он даже котенка не хотел оставить. Он хотел, чтобы бусинку отдали. Лиза, короче, это вообще кошмар. Сходит с ума. Как активный и правильный ребенок. Вот как надо. Да, Лизун? Да. Сейчас мы уже подошли. Мы в аптеку идем. Порода вот кошки у нас была кошка персидская. Да. Вот. Но папа у нее был сиамский. Не сиамский, а как-то... забыла, мне скинули, что неправильно сиамский мне написали. Вот. Ну, в общем, котики получились, конечно, больше похожи мордочками на папу, но вот последний котик, который мы отдали, он прям очень-очень хорошо похож на маму. Вот. Вот аптека. Стой. Вот она, мы уже пришли. Супер аптека здесь. Вот. Глаза идут от меня. Вот, видишь, тут пишешь, ты меня перебиваешь, не даешь мне слова сказать. Я даю. Не даешь. Даю. Не даешь. Даю. Не даешь. Мы не сидим на диете, мы просто питаемся правильно. У меня вообще все время были проблемы с желудком. Для моего желудка комфортно, когда мы питаемся правильно. Когда мы кушаем экологически чистые продукты, я чувствую себя лучше. Кстати, это вот прям такая... Вот, блин, я не знаю, как объяснить. Очень прикольно получилось, что я почувствовала... на своем личном состоянии здоровья, что мне намного лучше с продуктами из экомаркета. Вот серьезно. Мы какой-то момент, вот вы же, кто наблюдает за сторисами, видели, что мы какой-то момент не заказывали. Вот, мы заказали, потом не заказывали что-то как-то. Я покупала продукты в обычном магазине, и в итоге у меня болел желудок, у меня было такое, у меня тошнота была по утрам, у меня было нехорошее состояние, такое... знаете, усталость, такая сонливость. И когда вот мы опять начали готовить просто все из экомаркета, мясо, все дела, опять все стало хорошо. Вот. Ой. А, да, здесь еще много. Очень много. Экологически чистые продукты, это что? Мне задают это вопрос. Очень вкусные чистые мне продукты. Мне задают вопрос. Это что? Вот я вам объясню. Потому что в наших магазинах в основном все, я же недавно показывала, как выглядит обычный помидор из Магнита. Извините, Магнит. И как выглядит помидор из экомаркета. Это огромнейшая просто разница. И на вкус, и на запах, и на цвет. Вообще на все. И на чувства. На все. Вот. И экологически чистый продукт, это когда в нем нет пестицидов. Кстати, есть измеритель. Я хочу его купить и вот посмотреть, в принципе. Я не знаю, как он называется, вы там вставляете иголочку, и на экранчике высвечивается, сколько, какое количество пестицидов в том или ином продукте. В общем, экологически чистое, это когда он нормальный будет, как с огорода, когда вы сами выращиваете без антибиотиков, без пестицидов, без всего. Вот. В экомаркете именно такие продукты. У них фермы, они ничего не добавляют туда, все у них там хорошее.
Коротыш. Кто коротыш не достает? Ты. До телефона. Ты коротыш. В смысле, ты, говорит, я держу телефон. А! Достала! Все, Лиза, не балуйся, не надо. Там внутри. Сейчас внутри, давайте мы. Много еще есть. Пишу, что ты на папу похожа. Да. Похожа на папу? Чья это девочка? Эта девочка, кто не знает, просто у нас есть подписчики новые, которые присоединяются, именно смотрят мои рецепты. Это девочка, дочка моего мужа. Да, Лизун? Да. Мы же не как сестрички. Кто моя сестра? Ты. Да, так что все хорошо. Она к нам приехала в гости. Лизочке 9 лет. 9,5. Да. Мне 10 В декабре будет уже 10. 25-го. Я в курсе, что 25-е. Лизочка очень воспитанная девочка, и она ведет себя всегда хорошо. Просто она веселится. Такой и должен быть ребенок, правильно, Лиз? Да, Она должна стоять, как маленький олень, молчать. Могу ему показать рецепт? Что? Да. Сейчас вам Лиза покажет, какой она крутяк умеет делать. Ну-ка. О, смотрите, кто-нибудь может так? Лиза, это увидели вообще прям аж 110 человек. Класс? Очень классно, вообще прикольно. Не знаю, как так можно делать языком, это просто можно. Я умею максимум вот так. А Лиза прям цветочек делает. Вот, так что все хорошо. Мы сейчас живем в Домодедово, в районе Домодедово. Да, мы завтра поехали в Москву. Да, мы завтра поедем в Москву гулять. Мы гулять завтра поедем. Так что кто хочет с нами, присоединяйтесь. Да, идите с нами гулять. Да. Вот. Так что все хорошо, все прекрасно, все классно, очень много вопросов, что-то мне. Почему одну богатейку не оставили себе? Потому что у нас есть бусинка. Да, бусинка. Так. Да. Все. Все, мы пошли тогда в аптеку. Потому что у нас 10%. Да. Мы пошли в аптеку, потому что у нас садится телефон. Так что всем желаю. И потому что она прям тут, смотрите. Да, потому что все уже видели. Прям секундочку, она здесь. Все, мы пошли. Всем хорошего дня, хорошего всем настроения. Пока. Всех целуем, обнимаем. Пока.